как сдать задание, которое вы выполнили. Вы приходите на платформу, нажимаете на «Мой трек». Здесь будут все ваши задания, которые вы взяли. Вы можете брать несколько заданий в параллель. Видите, что вы сделали таймлайн, например, в данном случае. Нажимаете на ссылку «Сдать материал». «Сдать материал» приводит вас на анкету, которую недостаточно просто прислать ссылку и никаким образом ее не описать. То есть вам нужно заполнить анкету. Название материала вы ставите, собственно, заголовок. Желательно, чтобы он был короткий, компактный и говорящий, да, что у вас за материал вы подготовили. Дальше вам необходимо поставить ссылку на ваш материал, на ваше выполненное задание, потому что каждое задание на платформе SilaTrack, как результат, выполненное задание – это некий медиаматериал, который вы создаете. Нужно сюда вставить ссылку на ваш материал. Иногда эти ссылки генерятся, особенно если вы делаете какие-то мультимедийные форматы в сервисах, иногда эти ссылки очень длинные. Ну, например, вот такой вот у меня таймлайн, и вот такую ссылку он мне сгенерил. Что же делать? Большие ссылки очень сложно себя ведут, поэтому я страхуюсь и укорачиваю эту ссылку. Для этого я пользуюсь сервисом Clicker. Ссылочку на него я дам в описании. Вклеиваете эту ссылку в сервис и нажимаете клик. В результате мы получаем очень короткую ссылочку, которую копируем и вставляем уже в платформу. Ссылка на материал. Вот, при нажатии на эту короткую ссылку, собственно, ваш таймлайн и откроется. Дальше. Иллюстрация. Обязательная часть. Заодно тренируем возможность и умение создавать картинки. Загрузить картинку. Загружаем файлы с соотношением сторон 3 к 2, не более 500 килобайт. Как сделать картинку? Давайте воспользуемся сервисом Canva. Самый быстрый способ создания быстрых картинок. Кнопка «Создать дизайн». Сейчас мы отодвинем лицо мое. «Создать дизайн». Настраиваем размер. Помните, соотношение сторон 3 к 2. Следовательно, мы делаем настраиваемый размер. Ширина 300, высота 200. Это будет как раз соотношение 3 к 2. Создаем дизайн. Что мы здесь можем? Мы можем здесь взять какие-нибудь фотографии, которые относятся тематически к той теме, которую вы создаете. И вот создали картинку. Скачать. Скачать. Вот у вас уже будет обложечка для вашего задания. Загрузить картинку. Загрузить картинку. Вот это у нас было со звездами. Дальше. Вы отвечаете на вопрос, кто целевая аудитория работы. Пишите не отпиской. Вы реально задумываетесь, для кого этот ваш материал значим. Общие слова типа «все россияне» или «все, кто читает на русском языке» в медиа не работают. Вам нужно максимально конкретно сформулировать, кто является целевой аудиторией. Пишите ответ здесь. Какой цели достигает материал? Медиа-контент не создается просто ради чего-нибудь. Классно сделать таймлайн, чтобы был таймлайн. Нет. Если вы делаете таймлайн, ну, как в данном случае, для того, чтобы показать, как и чем был занят фонд в течение целого года, то вы пишете, что показать деятельность там, организации в течение целого года. То есть максимально конкретно и четко отвечаете на вопрос, какой цели достигает. Следующий вопрос, на который важно ответить. Чему вы научились, делая это? Это такой внутренний вопрос к себе, с какими сложностями, допустим, вы столкнулись, что для себя открыли, какие внутренние какие-то свои препятствия, возможно, преодолели. Пишите это здесь. И вопрос это, что не удалось, что нужно сделать в следующий раз по-другому. Чему бы вы хотели дальше научиться? То есть это такой задел на будущее. И затем
Вы выбираете, как вы проверите свое задание. У вас есть вариант либо проверка эксперта, либо я проверю себя сам. Если я проверю себя сам, то вы, собственно, сдадите это задание, модератор его проверит, и этот материал будет у вас в вашем портфолио. Если вы нажимаете «Проверка эксперта», то вы получаете развернутый большой такой отзыв с указанием, что получилось хорошо, что получилось не очень, от наших специалистов, от наших экспертов. И когда вы выбираете «Проверю сам» либо «Проверка эксперта», то отправляете материал на проверку. Что происходит дальше? Модератор проверяет актуальность ссылок, все ли соответствует требованиям этого задания. И если материал проходит модерацию, то он поступает экспертам платформы. Если модератор видит какую-то техническую, допустим, несостыковку или вот какую-то сложность, то наши модераторы вам напишут, вы получите, вернется вам работа, и вы получите там пояснение, что нужно исправить для того, чтобы материал был сдан. Вот таким образом сдаются материалы, таким образом мы учимся на платформе Силатрек.